Всех рада видеть, всех приветствую. Давайте посмотрим, как вы изменили его мир. Расклад на одну позицию. Для каждого нужен индивидуальный расклад, это общий. Но нам интересно посмотреть, как же вы изменили его мир. Рада за ваши лайки, комментарии. Не важно, что они есть отрицательные, положительные. Важно, что они резонируют. Как же вы изменили его мир? Давайте посмотрим. Делаем кофе, присаживаемся, пофиячим. Делимся роликом, жмем на сердечко для энергообмена. Для каждого нужен индивидуальный, это общий. Возьмем карту сигнификации. Возьмем карту сигнификации, посмотрим, как же вы изменили его мир. Мир. О, конечно, еще как. Говорит, кот, который гулял раньше сам по себе, он говорил, ты никогда меня под каблук не возьмешь. Или ты принимаешь мои условия, или у нас с тобой ничего не будет. Он никогда не любил, когда им манипулировали, командовали. Он такой был с раннего возраста, с 19 лет. Он такой хитрый. Приходил только тогда или проявлялся тогда, когда ему только нужно было. Показано. Смотрите. Недаром показано, как же вы изменили его мир. Кот, который проявлялся только тогда, когда он хотел, всегда с какой-то хитринкой, да, с расчетом каким-то. Но такое. Но всегда на коне. Человек, который умеет решать вопросы. Он говорит, я мужчина. У меня много мужских дел. И я много работаю. А ты моя любимая женщина. Ты моя любимая женщина. А говорит, ты занимайся своими делами, мной не манипулируй, не контролируй. Поверь, мои чувства искренние, ты моя богиня. А вы злитесь, показано. Вы пытаетесь его контролировать. А вы говорите, ты видишь во мне только рабу, служанку. Поди, подай, принеси. А я хочу духовности, ценностей. Я не хочу быть на последнем плане, я хочу быть на первом плане. Здесь показано, что вы действительно изменили его жизнь. Вы четко проговариваете, что вам нужно. Почему? Потому что вы здесь Ирида. Ирида, да, это богиня любви здесь показана. Такая вся наполненная. Вы знаете, вы словно вот его мысли такие, да, словно вы его раба любви. Дана ему, вот раба любви, наслаждение. А вы говорите, а я хочу счастья, я хочу полноценности. И вы его действительно измените. Измените его мысли по отношению к вам. Вы показан научите духовности, чистоте. Вы ему даны для этого. Показано ваше время. Это время, что пришло, о чем оно говорит, да, пришло. Здесь показано, когда вы для того, чтобы в своих отношениях их выстроить, да, быть счастливой, они должны быть построены на духовности и ценностях, да. Показано, над ними надо работать. И за эту работу показано собирать плоды. Очень много неясностей показано здесь. Может, какой-то праздник намечается. Праздник внутри семьи. Здесь у кого-то будет праздник, показано семейный праздник. Ух ты! Что-то у нас здесь такое интересное. Показано праздник. Смотрите, здесь показано какой-то подарок. Род. Подарок, сила. Вам род передает свою силу здесь, подарок. Говорит, ваше время пришло принять родовую программу. Все, что связано с построением семьи, родом. Вот это да, вы его изменили.
вам помогает ваш род. Показано. Говорит род, что перестань быть для него легкой добычей. Та ситуация, в которой, допустим, вы казались, потому что в большей части показано, что вы как рабыня, рабыня его любви, наслаждения. Род говорит, научись себя любить и ценить. Не будет легкодоступной. Мужчина должен вас добиваться. Показано. Род выходит на вашу защиту. Показано. Он вас любит. Вы делаете, здесь показано, делаете для него все, для того, чтобы ему угодить. А род говорит, одумайся. Ты звезда. Ты здесь звезда. Ты солнышко, ты звезда. Ты звезда. Ты очень сильная. И он это понимает. Знаете, он хоть думает и проявляет себя, говорит, что ты мной манипулируешь, ты не будешь мной ни командовать, ни манипулировать, ни дергать за ниточки. Что я ради тебя тут должен? Еще как должен, показано. Знаете, он такое чувство, он думал, что вас можно к себе подчинить. Понимаете, что вы от него будете зависимы. А вы здесь, ого-го. Вы говорите, не-не-не, я звезда. Я не легкая добыча. Если ты считаешь, что ты меня можешь в себе подчинить, то, увы, ты ошибаешься. Вы говорите, я за свою любовь готова бороться, потому что я хорошая хозяйка, я гостеприимная, я умею любить. Семья для меня это превыше всего, но только в том случае, где есть ценности и духовный мир. Там, где нарушение ценностей, я там, ого-го, я не позволю. Здесь карта огромной любви, карта исполнения желания. Здесь показано, знаете, вы изменили его мышление по отношению к вам, вашей силой, вашей уверенности. Так как вы умеете любить, никто не умеет. И он это осознает. Он никогда не думал, что он может встретить такую женщину. Женщина, которая... Вот мечта любого мужчины. Вот мечта любого мужчины. И он это прекрасно осознает. Он осознает, что такой, как вы, он нигде не найдет. Вы здесь показана мечта любого мужчины. Вы не просто встретились. Это судьбоносная встреча, судьбоносный человек. Вселенная его к вам привела. Пусть через много лет показано. У кого-то через 15 лет, у кого-то, кому-то 24, кому-то 44 показано. Кому-то, знаете, кого-то может быть 16 лет, потом какой-то промежуток вы не встречались, может 16 лет не виделись, а потом снова встретились. Но такой, как вы, он никогда не видел. Вы настоящая, вы маятник, вы свет. Вы знаете, вот благодаря вам здесь показано, все идет и в делах, и в работе, в финансовом потоке. Вы маятник. Башня, ждите какой-то праздника, приглашения куда-то. Карта здесь огромной радости. Знаете, когда может ваши отношения перевести на более высокий уровень. Все-таки это учреждение. Учреждение. Может, это дворец бракосочетания. Такое может быть. Поэтому говорю сразу, здесь пара. Здесь осознанность. Здесь оба два человека очень сильной личности. Но вы сильнее. Он сильный, а вы сильнее. Я бы так сказала, вы друг друга стоите, и вы это прекрасно понимаете. У него сила, и у вас сила, но ваша сила без вас, он осознает серьезность того, вашу серьезность по отношению к нему. Он немножко ведет себя как разгильдяй такой, но человек, знаете, тоже, он может общаться с множеством женщинами, они на него липнут, но изменять он вам нет. Он в этом плане, он такой. Если он любит свою женщину, он других он впустить не может. То есть, смотрите, может быть, окружение много женщин, да? Они на его будут пытаться с ним, как-то его внимание, да, получить от него. Но он нет, он не такой. Он любит вас такую, настоящую, какая вы есть, со своими тараканами.
со своими тараканами. Здесь показано, знаете, словно какая-то, может быть, пауза, было ли тупик в каких-то ваших отношениях. Показано много чего было, и последствия бумерангов, и треугольники здесь были, и вы плакали, переживали, да, и ситуация закольцовки была, и крысы, сплетни, разговоры, да, и дергали вас за ниточки, но справедливость все равно восторжествует. Здесь чаша весов на ком? Вы изменили этого человека. Полностью изменили. До вас он был именно таким. Но когда встретил вас, то, что я сказала, он полностью изменился. Да, у него были отношения. И тройственность была, и у вас было. Но вы его изменили. Знаете, своей силой, уверенностью своей силой, вы умеете как-то доносить, достучаться до человека. Знаете, когда вы носите мозг. Вы знаете, тембром голоса, выражением голоса. Было много здесь чего, но вы его так изменили. Его никто так не мог изменить, так как вы. Это счастье. Вы изменили его, вы вот эти весы вы разрушили. Человек вам верен и предан. И когда вас нет, он сидит, просто скучает. Иногда понимает, что тучи надо развеять. И та ситуация, в которой вы оказались, да, все зависит от мужчины. Если вы поругались, то помиритесь, можете проявить инициативу. Главное осознание того, что кто-то не прав. Здесь показано, кто-то общается через интернет, кто-то запутался немножко, кто-то немножко может болеть, выпивать, находясь в состоянии хандры, ожидая известия письма. Но вы это все получите. Получите известие, письмо. Просто пришло время очистить все. Очистить при помощи воды, как я часто говорю, да, делайте травки с солью. Сами поменяйте, сделайте чистку себя, всех членов своей семьи, и дом почистите, окружение почистите. Пришло время. Потому что, смотрите, сплетни, разговоры, вот это кто, что скажет вам, как забрало вашу силу и вашу энергию. Но он такой сильный, смелый. Человек для семьи, классный мужчина. У него есть показана сила. Он тоже такой. Если это его женщина, ему наплевать на остальных. Как бы они ни пытались там строить глазки, добиваться его внимания, еще что-то. Человек вам сделает какой-то подарок. Какой-то подарок. Он готов вкладываться в вас. Он готов. Вы настоящая. Но, знаете, те, которые, может, дожили до старости, да, вот сидели, говорили, ваша жизнь как тупик, все сложно. А тут хлобысь показана. В этой сложности показано, переписали всю книгу каши. Но надо было пройти через какую-то болезненную ситуацию для того, чтобы вырасти, да, через каких-то дьявольских зависимостей. Не было легкости показано в вашей жизни. Вам пришлось много пережить. Много, много. Много здесь пришлось пережить. И воздействий всяких, и унижения, и показано разрушение вашего счастья, и то, что кто-то здесь нес груз ответственности. Это когда императрица-мать сама тянула на себя все обязательства. Всего здесь хватило. Но я вам хочу сказать, что за вами очень много наблюдают. Как вы живете? Говорят, а Ватошна, да, она не пропала, она расцвела, она похорошела, она такая красивая стала. Представляете? А вы цветете и пахнете. Говорит, я же ведьма. Ведьмы не стареют. Они непобедимы. Это мужчина так говорит. Ну, ведьма, чем она меня приворожила? А тут еще сплетни говорят, она же ведьма, что ты с ней связался? Да, она говорит, нет, я свое счастье никому не отдам. Все, что мое, будет моим. А не мое, нафиг мне нужно. Кто бы вам что ни мешал, сплетни, разговоры, на вас это не действует. Есть еще показано пары, которые находятся в запутанной ситуации, у которой перекрытие рода. Если у вас не получается выстроить отношения, для многих здесь процентов 7-6 показано, на вас есть негативная программа. Вы думаете, почему у вас ничего не получается, вы словно отзеркаливаете, показано. У вас закрытая энергия.
закрыто, вам надо убрать негативную программу, открыто в вашу жизнь войдет любовь. Поэтому для многих из вас убирайте негативную программу, потому что вы можете потерять здесь. У вас есть возможность на любовь показана, видите? Да, это ваш путь. Кто-то говорит, я не хочу, я уже столько много пережила. Нет, Вселенная говорит, у вас есть шанс, ключик. Вы можете встретить человека с другой стороны, с другого города. Не выносите себе мозг, не накручивайте себя. Вы же выносите себе мозг, вы себя накручиваете. Понадумывали там своими мыслями. Вы все говорите о ценностях. Почему вы отношения делите на ценности? В жизни все наживное. А вы говорите, да мне дураки только попадаются, они играют моими чувствами. Да вы один раз ошиблись, это не значит, что все дураки. Здесь показано у себя, говорите, меня тут кто там мужчина, который вас обесценил, повыносил все из дому, проигрался все. И вы, знаете, такое, вас просто загнали в состояние жертвы. А из этой жертвы вы должны выйти. Почему? Потому что вот ключик, да, ключик, откройте. Здесь касается как мужчин, как женщин, свое сердце. Смотрите, что ждет. Солнышко, счастье, дороги, возможности. Да? Но сделайте выбор же осознанный. Если кто-то виноват, примите признание мужчины, то, что он неправ. Для кого-то показано, мужчина словно должен прийти, попросить прощения. Потому что в некоторых здесь показано было состояние пустоты, карта травмы. Потому что был какой-то обман, лицемерие, подлость, хитрость. Кто-то здесь терял деток, показано, мужчина, который позволял вольности. Смотрите, вам дается шанс. У кого-то, может быть, холодность в отношениях было. Если кто-то в отношениях поругался, здесь семья должна быть, семья, детки. Счастье, любовь, все здесь должно быть. Наполните свое сердце любви, все, что мешает, должно от вас отойти. Должна быть семья, да? Смотрите, кто-то говорит, а у меня нет семьи, у меня ничего нет, я все потерял. Так позвольте, смотрите, тем более, если ничего нет, почему бы вам не рискнуть? Не бойтесь в этой жизни ничего терять. Иногда мы можем оставить все, дом, уйти, работа, дом, все, что в доме есть. Потому что здесь карта смерти, но это же все можно оставить. Начните свою жизнь с чистого листа, не бойтесь, сделайте шаг навстречу своей судьбе еще раз. Жизнь нам подставляет подножки, только нам решать, как жить дальше. Давайте возьмем итоговую карту. Смотрите. Вы здесь, смотрите, обретаете силу. Лошадь, она же сильная, двужильная такая. Возле вас показано, дайте любовь тем, кто рядом. Дайте новым чувствам, новым возможностям. Это от рождения детей до новых отношений. Вас будут любить такими, какие вы есть, настоящие. Горький опыт прожитого в прошлом не означает того, что вы не можете построить новые отношения. Я вам здесь даю возможность и шанс быть счастливой. У кого-то здесь показано в течение 32 дней что-то поменяется, у кого-то в течение 2-3-5 дней, а у кого-то в течение 32 дней. Возьмите этот шанс. Итоговая карта вас будет любить такими, какими вы есть. И это состояние свободы, которое вы, вот кто-то, если был в состоянии одиночества, да, говорит лишь только о вашей силе, что вы пережили, что вам досталось в этой жизни. Но вы ж не сломались. Вы вышли в этой роли в состоянии победительницы или победителя. Так возьмите шанс. И будьте счастливыми.